Впервые в Омске состоялся фестиваль биатлона. Под сводами манежа «Красная звезда» расположились интерактивные площадки, где любой желающий мог проверить свою меткость, опробовать лыжные тренажеры, пообщаться со звездами мирового биатлона и стать свидетелями соревнований. Мы ожидаем как бы серьезного эффекта, потому что вот сейчас вот уже видя воочию, что это мероприятие вызвало такой живой эффект и у детей, у родителей, у ребятишек, которые уже занимаются биатлоном, либо лыжным спортом, у тех, кто собирается заниматься. Это очень важно проводить такие мероприятия. Я, конечно, безгранично благодарен Яне Романовой. Инициатор фестиваля, известная биатлонистка и председатель профильной региональной федерации Яна Романова пригласила на мероприятие в Омск своих коллег по команде, с которыми завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Сочи, двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву и двукратного призера Олимпийских игр Ольгу Вилухину. На пресс-конференции говорили о фестивале, будущем биатлона, перспективах развития вида спорта в нашем регионе. Здесь самый главный интерес, и прежде всего это идет от родителей. Я не устаю приводить в пример такие спортивные семьи. Самая известная, наверное, это семья Шипулиных. Обратите внимание, насколько разными путями пошли Антон и Настя. Они развивались и росли, повышали свое мастерство в разных странах, но тем не менее пришли к единой цели, стали олимпийскими чемпионами. А все почему? Потому что есть традиции семейные. И вот именно этот фундамент и позволял им двигаться дальше, достичь того, чего они все достигли. Поэтому все начинается из детства, и именно это главная наша цель, и цель нашего сегодняшнего мероприятия. Все начинается с маленьких детей, именно на них мы сегодня и хотим обратить внимание. Ходила и собирала автографы, но собрала пока что только 2 автографа, остальных я пока что не могу найти. Почему круто заниматься биатлоном? Ну, это лыжи, это стрельба, это выезды, это соревнования. Во-первых, это получает твоя команда. Например, когда ты занимаешь какое-то призовое место, ты гордишься собой и как бы и команда тебя поддерживает в такие моменты. Фанатами биатлона, очень любим наблюдать за ними по телевизору, к сожалению, только. И вот сегодня такая возможность предоставилась, мы, конечно же, сюда пришли. В первом классе папа меня привел на спорткомплекс. Он в молодости тоже занимался биатлоном и захотел, чтобы я занималась спортом. Ну, конечно, занимаюсь биатлоном уже 5 лет и хочу в будущем стать тренером по биатлону, потому что спорт для меня – это все. Видно вот у детей вообще, как от мала до велика, азарт в глазах. Им это все нравится. Удивительно то, что, смотря биатлон, допустим, по телевизору, да, и как бы сама для себя не ожидала, что у меня ребенок, например, всех узнает, увидит и сам возьмет себе автограф. Доволен, счастье, восторг. Поэтому я думаю, что спорт будет только развиваться. Такие праздники нужны во всех регионах для развития, конечно, нашего вида спорта, для популяризации, для того, чтобы дети приходили, знакомились с нашим видом спорта, с нашим лыжным спортом и приходили заниматься, и были просто здоровыми и физически развитыми детьми. Для меня как бы главное не цель, а чтобы все наше поколение росло здоровое и крепкое. Bye!